Сегодня у нас 24 июня 2015 года. Это мы находимся в детском просторном лагере. Вот. Сейчас посмотрим, кто чем занимается у нас тут. До обеда еще полчаса осталось. До двух часов. Нам посылку прислала мама. Да? Вот и купила нам вот это. Понятно. Подводные очки. Вот инвестор тоже идет. Вот и начал сидеть тут. Вот у нас Тимофей. Рядом садись. Он кирпич как вынимает, оригинально, Тимофей Батугин. Иди. Сделал клин. Я говорю, ты еще делаешь? А он освобождает кирпич, и потихоньку его со всех сторон. У него самая оригинальная игра. А мячик гоняет, никакой прибыли нет. А у него прибыль, кирпичик. Он, видишь, сколько она выковыривал? Вон, глянь, кирпичи. И он находит кирпич где-то, и гляди. Так, клинышек так побил. Ну, у него грейдера нет, он рукой отгребает. Опять. Вы ни один не додумаетесь так. А Тимоша знает как. Камушек. Камушек был весь в земле, учитывайте. Это он за это время уже так его вытащил. Он медленно-медленно его, видишь, как отбивает. Ни на кого не смотрит. Один работает и работает. Он больше похож на бобра или крота. Это самые трудолюбивые такие. Пожалуйста. А что зря болтать? Видишь, как он ласково рукой-то отгребает. А представь, что похож у него... Похож на археолога. Была бы у него техника в руках, он бы как сейчас работал. Ну, он не мотается. Покажи девок-то тебе. Вон он. Еще. Там столкни, кто лежит, то убери его оттуда. Паша, уйди оттуда, ты там не должен лежать. Уйди. Паша, уйди, уйди, уйди. Вот Лера качается. Папой будешь говорить? Возвращение его не лежать, остановиться ногами, когда смотрит. В лагере нельзя считаться. Там, только там. Вон на пеньке там. На лавочке. Запрещенный, все, не надо спрашивать. Вот ребята играют, тренер учатся, вернее, играть. Вон туда. Видишь, потом научится со временем. Вон там, где девочка сидит. Не, пойди. Вот у нас комната отдыха. Здесь у нас продукты хранятся. Придумать туда вещь, даже не придумал. Подол весь с парашютом, то он лег туда глазами. Дайте еще, туда мы пойдем бороться. Да подожди маленько бороться, мы можем сегодня пойти. Вот сейчас пообедаем, часа два пройдет, пища провалится в желудок. И тогда пойдем бороться. Значит, Тихонович. Мне не с кем бороться. Тебе с кем бороться? Ну кто вы решите? Дядя Володя. Все меня боятся бороться со мной. Со мной будешь бороться. Я, например, боюсь тебя тоже. А тогда с двумя, а ты тебе сразу бороться. Давайте, я и Арсений против него. Давайте, Тихонович, смотрите, архитектор. Не архитектор, геолог. Ага. Он строит, убирает ненужные камни, поднимает. Да, ты лови их, когда бегут. Снизу доверху. Покажи, какие они у нас красавицы. Пусть люди радуются. Какие мы богатые. Вот мы укомливаемся сам. Отдалбливаемся вот там. Посмотри, когда мы там бегаем.
Так, у нас еще чем тут занимается в течение дня во время отдыха. Кидаем всем твое покрепление. Тебе благодарение от Иисуса. Богом иди. Не бегай сильно только, да, бегай, не бегай. Там ведь поле у нас. Тут сестры повезется на кухне. О, чем тут у нас Аня занимается? Что ты колешь? Орешки? Да. Из-под чего? Из этого. Вкусно? Угу. Скажи, если бы не вкусно, я бы не шелкала, да? Вот так придумали. Молотки им не дают, они чурками маленькими. Так, надо сделать раздевалку новую. Поближе, где купаются. Прямо здесь готовые сделать, на тележку завалить, перевести и поставить. Угу. Крышка мне не нужна. Повыше сделать. Ну такая вот, чтобы ростом было. Видно было. Раз там выжил, что сделал. Котя. Вот ходит. Вот так. Ну все, пока. Больше не тратить. Я бы сейчас еще раз искупнул.